Слушай, сначала деньги. Зачем свешился на своих 100 подписчиков? Он же потеет, он хочет, чтобы я ему эти 50 рублей отдал за алки. Всем здарова, пацаны, с вами я, Плейн, и сегодня я зашел к ноунейм стримерам с нуля зрителей. Сыграл с ними дуэльки, но один из них это просто идиотизм. Такой дурачок мне попался, но вы увидите это видео, просто бывают, конечно, меркантильные люди. Но я желаю вам приятного просмотра, и мы полетели к просмотру дуэли. Стрим стендов 2, розыгрыш голды, еба! Так, первая дуэлечка у нас с каким-то типочком, ник у него Frogven. У него зрителей сейчас на стриме 6 всего. Че у него по... А, он Сильвер, слышь? Так, посмотрите эмочку. Это чудо было в моих руках. Если меня стример победит, я его добавляю в свой клан. Ну, я думаю, это вряд ли будет вообще возможно. Ну все, я проиграл. Блин, ну как против него играть? Я не буду докупать даже сейчас оружие, я немножко поддамся, во втором раунде тоже с диглом отыграю. Ой-ой-ой-ой! Опасно, опасный моментик. Опасно! Нет, все убивают! Все, забрал его, господи, с трудом. Просто, что это было только что? Слишком сильный, пишет мне. Да в каком месте я сильный? Ты чё, охренел, что ли? Капец, он ошивает там. Он же тут, да? Ой-ой-ой. Еле выцелил просто человека. Чё, опять нашивать будет, что ли? Надеюсь, нет. Ой-ой-ой! Полетели пули от бабули. Где он там, я не понимаю. Ку-ку. Капец, он крадется, просто крадется, чел. Что? 4 хп осталось! Был хитмаркер, я слышал хит. Первый раунд. Ну ладно, один раунд отдали, не очень страшно. Страшно это отдать места свои в клан-теге так-то. О, вот и выцелил. Я так не вывезу. Не, я не умею так играть против таких. Ну просто по дефолту челы пикают. Они всегда, когда выходят, они не выходят сразу здесь. Они сначала прочекивают здесь. Так, первую карточку я забрал. Полетели к следующему стримеру. Стрим играем в помойку 2. Не ори... Нормальный клиентик. Стоп! Подожди! Это по... Что? Что? Это настоящий? Чего? Так он настоящий! Офигеть! Не, да я не верю. Настоящий план! Что? Что? Настоящий план! Выиграешь, добавлю. Пожалею, твой фанат. Сейчас будет потная дуэлечка с челом, который очень сильно хочет ко мне в ДР попасть. А у меня соль есть. Ну, короче, ладно, все. Фу, надо выносить плана. Так, на первом раунде. Это у нас ММ, поэтому я закуплю броник и наберу сапера. И полетим выносить этого ребеночка кричащего, пищащего. Чекаю. Вот, все прекрасно. 17, блин, обидно. А нефиг было прыгать, потому что. Так, во втором раунде я возьму пешку какую-то. Например, МП7. Я не буду сильно много тратиться. У нас экономика. Уроки экономики с Плейном стенду в 2. Йоу, попик. И сейчас здесь выходит, смотрите, просто читаемый. Ну, 45 в голову, ладно, НТ. Мне надо хотя бы один раунд забрать и не слиться. Они все сначала пикают здесь, я вот говорил, они сначала выходят, вот тут вот так вот пикают, потом выходят тут, типа думают, что обманут. Мне не 5 лет, я понимаю, что он так работает. А может и 5, кто его знает. Все, бам, закупили эмочку, уже третий раунд, у него экономики никакой абсолютно, у меня теперь есть эмочка. Ой, фу, забрал. Мне понятно, откуда он пикнет. А, ну вот и он. А, вот и все, это я дурак, но уж не довел. У него эмка была, имба. Теперь у меня тоже будет эмочка. Оп, попикай. А, да блин, у меня баги. Молодец, умница, просто под прицел вылез маленький ребенок. И раскидочку просто фуловую, бам. Ну, авик покупаю. Надо же показать то, что я умею играть. Сверху будет, да? Оп, здрасте. Возьму его авик, буду с авиком, с егошиным, его иным играть. Ладно, сейчас запушу его с по 90 просто. Я играю с настоящим Брайном, пацаки. А, он с авиком, ура, он авик взял. У меня будет шанс его забрать. Оп, вот он. У меня нет шансов его забрать. А вот и он. Куда прыгаешь? Куда прыгаешь? На, гори. Ну как мне с ним играть? Во-первых, смог, во-вторых, вот такую флешечку даем. И вот так вот, оп. Вон он там, кстати. Молик ему. Откуда он знает? Потому что нефиг бежать за мной. И сейчас, может, даже прострелю. Лай, не стрим снайпи. Стрим выруби. А вот и он вылез, выполз. Выруби. Сейчас я возьму эмочку с прицелом, вот такую вот классную.
из ПК спрашивает. Не буду отвлекаться на его байты. Буду играть дальше. Вот такую вот хаешечку закинем еще ему. Вау, сильно много этот. Загораживает экран. А, 96. Будет пикать опять вот здесь вот. О, тут. А, 25 в голову. Окей, игра говно. О, вот это мне надо, вот это мне надо, вот это мне надо, вот это мне надо. Это, с этим я хочу сыграть. А, там же до 10 раундов, это же мем он поставил. И уже флешечку. Опять для смок. А потому что нефиг нафиг. Думал, я не буду репикать, а я буду репикать, понял? Нет, нет. Сейчас вернусь. Что за поза такая у него? Смотри, чекай, просто как на картину. Ну реально, знаешь, как-то вот так ложатся. Так, сейчас его попробую с фиспа убить. Ой, зачем берет купил? Там вроде береты делали лучше, поэтому, возможно, я с этим беретом сейчас нормально отыграю, но фиг его знает. Всегда мечтал у него на ролике попасться. А, он там, ну вот нахуй едет. Ай-яй-яй, больно. Алло, ты шо? Вот он. Будет пикать. Да господи, прочитанный. Да какой же прочитанный, какой же простой. И вот прям на втором раунде беру авик без брони, мне вообще пофиг. И чё, он боится, вопрос? Вообще не пикает ниоткуда. Просто прям фул на обиженностях двигается. И где? А что с ним? А к нам пропал? Он вылетел или что? Или просто в тильте вышел? И все, я вернулся. Сори то, что пропал. Ой-ой-ой. Было опасно. Я забираю его так просто. Ну, блин, а ну... Как не вовремя ко мне постучались. Вторая дуэлька подошла к концу. Третью дуэльку. Прям сразу подряд. Огорчение. Начала просто перевернутый стрим. Го, я с ним буду на одной волне. Во. Мы с ним на одной волне. Вайбовый стрим у чела написано. А следующая карточка у нас как раз с этим самым меркантильным пареньком. Маленьким. Просто я не знаю, как может быть таким дурачком наивным. Собственно, да, приятного просмотра. Ты можешь сказать, пожалуйста, конкретнее? Видос записываю. Ой, фу, хвостиком выходи с этой дуэли и погнали. Знаете уже? Сначала донат, если что. Пиздец, он наглый, капец, просто. Слушай, сначала деньги. Обордел, сначала деньги. Говорит, слушай, я сначала просто... деньги. Я просто так ни с кем не иду. Зачем свалился на своих 600 подписчиков? Я тебе говорю, сначала деньги. Сейчас переобуется. Стоп, ты что, плейн? Вот это просто воплощение самого лицемерия. Парень, как только меня узнал, сразу переобулся. Дед, просто я говорю, переобулся, чел, сразу. Извини, мне пора, пока, капс. Сразу тон поменял своего чела. Вчера... Сразу добреньким стал. Ко мне на стрим плейн залетел. Ой, началось. Мне вот интересно, она платит или нет? Ну, бывают противные типочки. Они еще думают, что-то достигнут в этом контент-мейкинге. Ты оплатишь дуэль, Терни пишет еще. Охереть, у меня тут бесплатный пиар, а он еще эти дуэли оплатить. Охереть просто. Кто мне платить должен? В жизни, думаю, что все так вообще просто. Капец, мне прям вообще неприятен этот типочек. Мне почему-то кажется, что нифига он не оплатит. Наивный ребеночек. Смотрите, какой он крутой. Из-за того, что у него много подписчиков, и он сыграл дуэльку за Блэк Скайм, теперь он может не платить никому. Ну, вообще по кайфу так-то. У меня тоже целых 600 подписчиков. Я сейчас тоже залечу к какому-нибудь Веле. АФК еще убивает. Сюда. Я ему написал, что выиграешь, клан добавлю и оплачу дуэль. Слишком дофига на себя берет. Ну, стоит 50 рублей дуэль, не очереди. Теперь будет что-то за деньги писать. Купишь скин, позже не куплю. На-на. В колде я выставил скин 120 колды. Таких наказывать нужно. А что? Как он репикает? Ура! Папа, я выиграл. Слышал, что там со мной плейн, у него 70к. Я, короче, в его клан эго попаду. И такие бывают дети у ебаски. Зачем они будут вообще? Бля, дрохек. Плейн-то такой сильно жесткий, что ты даже с дрогой играешь. У меня тоже так-то дроги есть. Кто с тобой, Плейн? И чё, пиксели будем идти или чё? Вообще играет странно. Что с ним? Почему он... Куда он пропал? Он ливнул. Нет, вот он. Давай попрыгай. Издалека просто. Нужно на дальней дистанции вот так вот. Серьезно, просто голову вешает. Все, дурачок, нефиг нафиг. Опа, ку-ку нахуй. До свидания. В садике учиться, ребенок. Да, я в курсе, что с очень серьезным типом играю. Что реально у таких типов в жизни происходит, что они настолько, ну, лично себя ведут? То есть, не знаю, может быть, его мама бьет. Надеюсь, по крайней мере, на это. Офигеть. Пиксель сидит, дрочит. Не, с каждым раундом все противнее от него. Это нормально? Слышь, Плейн, а в клан нас
сколько? А в клан на сколько? Он еще не выиграл, он уже не задает вопрос, в клан на сколько. Чего он такой наивный? Что с этим ребенком? Он вроде не очень сильно маленький, типа, но я в его возрасте так не вел лично себя. Хотя я был полным ничтожеством. И что происходит? Где этот ребенок малолетний? Чего он сидит, боится? Охренеть просто! На ходу сидит, сначала лежит, потом на ходу выходит. Просто, я не знаю. И какие-то эмоции вызывает, в плане мне противно от него. И за это начинаю ссать. Ждет, просто ждет, сидит и ждет. Как же мне противно от него. И пушит просто из угла. Че с ним? Че с его игрой? Сюда, ура. У меня задержка такая, что у него, короче, он не может у меня стрим снайпить. Просто что с его игрой, я не понимаю. Что с ним? С этим ребенком? Прикиньте, я его выиграю, и он скажет из-за того, что я его один раз обошел в съемке. Он теперь мне ничего не оплатит и в клан не сделает. Так он же тут сидит, чё он? Досиделся. Как думаете, по мне инфа есть? Смешной. Наблюдаете ли нет? Странненько всё это. Ну так вот. Почему он голову ставит? Прочитанный дурачок. А тут до 8, тут же, это же у нас ЗБ, тут до 8 раундов, поэтому пофиг. Я буду сам в крысу играть. Я откуда инфа, интересно. Почему я так и знал? А он же потеет, я понял, почему он играет так уично, потому что он потеет. Он же потеет, он хочет, чтобы я ему эти 50 рублей отдал, жалкие. И чтобы я его в клан добавил. Вот наивный ребенок. О, все, с кайфом. Выиграли. Че он там, теперь ныть будет или что он там будет говорить? Плаки-плаки, нормалдаки. Плаки-плаки, нормалдаки. Ладно, надеюсь, его переедет КамАЗ. Ну, я просрал время и деньги. Чел говорит, я просрал деньги и время. Пипец, он меркантильный, прям вообще, прям заебеть какой. Я таких детей тупых давно не видел. Я, конечно, понимаю, что этот ребенок еще маленький, не вырос, но вопрос к воспитанию от родителей. Какое должно быть воспитание, чтобы ребенок вырос настолько меркантильным и лицемерным уже в свои, там, ну, сколько ему лет, не знаю. Я надеюсь, его жизнь еще изменит, конечно. Еще больше желаю вам поменьше таких людей в жизни своей встречать. Собственно, такое видео у нас получилось, надеюсь, оно вам понравилось. Поставите лайк, конечно, вы совершенно правильно был бы ваш выбор с такой стороны. Подпишитесь на канал, если вам понравился такой контент, и я буду стараться пилить такие видосики чаще. Собственно, с вами был я, Плейн. Не прощаюсь. Всем пока.